думали остаться совсем ненадолго, что мы немножко год-два, и как все нормальные крымские татары переедем на родину. Однако этого не случилось, и мы там засели очень надолго. У нас есть дома такой мини-архивчик. Это наши народные песни в исполнении нашего великого ансамбля «Хайтарма». Вот эти вот старые именно. Я любила переслушивать. Это был, наверное, год 2013, когда я впервые пришла на мероприятие. Я очень хорошо запомнила, когда я пришла на мероприятие, услышала родную музыку, у меня так слезки покатились, мурашки побежали, потому что мне очень этого не хватало. И потихоньку, по сути-то, я и запела уже в Москве именно свою родную. Сахарнын бою, аман остов ханымнын да тою. Яврымда сахарнын бою, аман остов ханымнын да тою. Потому что меня сюда тянет. Я всегда мечтала переехать с детства. Это мечта всей семьи.